Всем хай, вещает WJ Play. Итак, как, собственно, я и говорил в прошлой серии, я пошел заниматься рутинным прокачем. Чем же я занимался на протяжении всего этого времени? А качался я, по сути, на крабике. Причем произошли кое-какие изменения, я улучшил понимание того, как ускорить прокачку. Хотя, ну как сказать, я не помню, вот, блин, до какого я там уровня уходил тоже на прокачку на дикой охоте. Да, Скайриме. То ли до 40-го точно, то ли до... По-моему, до 60-го я так все-таки не докачался. Так вот, я поставил себе за цель прокачаться до значения навыка легких доспехов 60. Это было, блин, довольно-таки долго. Причем я прокачал еще плюс ко всему еще 3 навыка параллельно. То бишь это, как мы видим, я вот с заклинанием лечения стою, это восстановление. Также потом в процессе скрытность. И еще и блокирование. Ну и также пока искал себе по сути крабика. В общем-то я сначала побегал вот здесь. Открыл тут просто сверху локацию глубины Ренауты. Вот тут вот где-то спавнится один крабик. Но я сначала искал маленького крабика. Вот я в дикой охоте качался именно на маленьком. Именно... Но с ним прокачка как бы намного безопасней. Но медленнее, а тут же прокачи легких доспехов, вообще тяжелых доспехов и блокирование зависит от полученного урона. А краб наносит заметно больше урона, нежели маленький. Причем он тебя также не заражает болячками, большой краб. Так вот, я нашел по сути, ну то есть здесь нормальное место вот с краб, без крабиками сразу от к востоку от Вайтрана. Тут их много, я так подождал, пока они там с облезубым тигром повалятся, вот сейчас... Там он до сих пор трупик валяется. Может быть, забудем мы его облутать, может быть, нет. Но шкура нам не помешает. Вот, сейчас демонстрирую, что вообще происходило. В общем, по традиции, на самом-то деле, я и в Растрепаке тоже рассказывал после каждой серии, что, чем я занимался, показывал, что куда, что зачем. В общем, бежал сюда, причем на спидах, чтобы ускоряться. Так, причем оставляем где-то два удара. Вот, краб наносит мне урон, причем у нас, я потом покажу, какие назначения. Защиты. Оп, все. На два удара оставляем, иначе можно отлететь. Лечимся. Причем демонстрирую до процесс, до полного, так сказать, ну, один этап, один присест, одну порцию. До того момента, пока у нас не иссякнет мана. Потом я покажу, что я делал еще, пока ожидал ее восстановления. Это будет у нас одним таким маленьким кружком, которых было множество. Дальше, пока полное здоровье, терпим. Причем желательно заранее врубать лечение, причем брать в правую руку лечение, в левую щит, чтобы у вас было максимум защиты, да? Терпим, опять оставляем на два удара. Если же больше, это очень опасно. Ну, с такими крабиками, так сказать, все веселее, нежели с маленькими намного. Потому нужно оставлять пару ударов, потому что он иногда делает комбо из двух ударов. И опасно, опасно, в общем-то. Стрёмненько, стрёмненько. Но тем не менее, зато так, благодаря его урону повышенному, который выше, нежели там у волчар всяких, гораздо быстрее прокачиваться, особенно блокирование. И легкие доспехи. И вот таким образом дальше я сижу, дожидаюсь где-то там, пока у нас примерно вот так вот где-то увеличится мана. Причем именно в положении медленной ходьбы, поскольку так нас быстрее теряет из виду. Подлечиваюсь до конца, трачу еще раз ману. Все, мы излечились. И дальше мы, вот получается у нас сейчас из виду крабик потерял. Ну, раньше было хуже, раньше все-таки нас дольше видел, поскольку у меня сейчас значение скрытности 70. То бишь я офигел, когда вот я даже обычным подкрадыванием без критических ударов прокачал вот за эти 6 часов даже скрытность. Вот, примерно дожидаюсь, даже можно вот выдвигаться в сторону крабика, но он иногда, то бишь он в основном вот, да, он, кстати, сейчас, ну, нас могут видеть крабик еще вот там, но благодаря ним у нас, кстати, и качается скрытность, а на том крабике мы качаем, то бишь тут хорошее, в общем-то, место, вот тех крабиков бы я не трогал бы, которые там у нас справа, да, тут, получается, там одного краба подзачистил, то есть я продемонстрирую, там у нас один трупик валяется, но того краба мы сейчас тревожить не будем. Вот, и тут краб, кстати, он пострадал, по-моему, от саблезуба. Потом переполз сюда. Так вот, сейчас мы возвращаемся на место. Я покажу теперь значение. То бишь, такой был процесс, вот этим занимался 6 часов подряд.
Так, и, по-моему, также пока искал крабика, там говорил, нет, в общем, на один пункт поднялась там у нас буквально. Поднялось одноручное оружие. Так, идем сразу изначально на легкий доспех. Цель достигнута, причем пару уровней последних я вот пару навыков оставлял, остальные я вливал чисто, ну так, можно было не вливать парочку, допустим, да, там в процессе можно было, чтобы вам как бы демонстративно тут показать, что я сейчас волью, да и про запас типа оставить. Ну и вливал там всякую скрытность, особенно бустил и т.д. и т.п. В общем, сначала легкий доспех, итак. Значение 60 и все остальное благодаря этим 60 довольно-таки все равно на после 40 довольно-таки так тягомотненько качается. Возможно, даже тягомотнее, чем в Моровинде, скажу я вам. В Моровинде, по-моему, легкий доспех быстрее качается. Более того, можно фуражированно собирать штук даже 7, особенно на высоких уровнях там. Ну, принцип примерно тот же. Только тут ему еще легкий доспех качаем. Итак, также влил в процессе вот... У нас было значение изначально, по-моему, 19, причем даже 12 уровень. У нас сейчас уровень 23, мы на 11 уровней поднялись. По-моему, уже 12 начинали, да? Итак, потом, что еще? Парочку я тут влил, естественно же, в защиту, чтобы максимально эффективно терпеть этого краба. Поначалу там вообще только он мне пару ударов делал, потом 3 удара. Потом удара вот с лечением там... Ударов-то, наверное, до 6 за раз дошло. Ну, и сюда я пока вливаться во вторую кожу не собираюсь, чисто так убрать вес легких доспехов. И даже крылья ветра есть. Пока это для меня не так важно, как вот... так, ну да, и сразу же вот мне пару способностей осталось. Я валю и сразу же. То есть пока на крабе я показывал даже без одного влитого перка. Вливаем обязательно. Теперь у нас класс легкой брони увеличен на 80%, по сути. Плюс еще 25% идет вот этого перка. Next. Потом... Также у нас качало, ну, вообще-то параллельно у нас на самом-то деле вторичным навыками идет на самом-то деле восстановление. Тоже поднялось до 59 за весь этот процесс. Причем, смею заметить, одну очень важную вещь. Восстановление и разрушение, допустим, вот такие школы, они в Скайриме не прокачиваются, получается, без нанесения урона врагу. Восстановление без восстановления поврежденного, в общем-то, ну, если у вас не полный... Пол здоровья, да, то только если вы повреждены, только тогда качается восстановление. В Моровинде ты можешь просто вот кастануть один раз, тебе все, один пучочек засчитался. Ну и точно так же получив, допустим, по легким доспехам один удар, и это засчиталось. Там неважно от кого, там урон не учитывается. Здесь именно от урона, потому на крабе покруче. Оказывается, хоть и так с перчинкой, и опасненько, но все-таки быстрее на нем, по идее, качаться. Так. Восстановление у нас такое, причем я себе влил еще, позволил один перк влить вот в восполнение, причем мы на следующем уровне тоже, вот это, кстати, один из приоритетных перков, которые есть, вот со следующего значения навыка восстановления я себе буду вливать также восстановление маны, если у меня будет лишний перк. И, ну, приоритете будут все-таки более боевые навыки. Потому вот, можно, пока вы вливаете там со значения, допустим, 20 легких доспехов до 60, у вас... Конский поднимется и восстановление. Так что, блин, мне это очень нравится. Причем игру не обманешь, повторюсь, все учитывается. Так, да, еще там с копейками прокачалось, то бишь, что является подтверждением того, что, блин, мы тут занимались. Получали дохренища урона, просто. Так, ну и next. Следующим у нас навык, да, идет, получается, скрытность. То бишь, у нас было значение, там, я не помню, ну, по-моему, поднялось где-то на 15-16, что-то в таком духе. Причем я сюда тоже ряд перков вливал. Во-первых, саму скрытность еще сюда можно разочек влить. Причем пошел сразу же также в легкий, да, по-моему, при вас, при зрителях я прокачал приглушенные шаги. Также в бустую, короче, максимум скрытность, потому что скрытность, как и легкий доспех, по сути, как и урон от луков и меча. Как бы наше все, поскольку нам это очень помогает избегать... битв. И также, да, вот. Тот второй навык, который я сейчас докинул, до которого докачались, это тишина. И вот тот последний пункт я валю сейчас именно сюда. Обязательно. Потому у нас ходьба и бег не будут влиять на обнаружение. Ну а дальше уже как пойдет там в процессе, мы, ну, обязаны просто докачаться до топовейшего перка воин тени. То бишь, когда мы будем приседать во время боя, мы будем, и в тот момент не находимся на виду врага, то бой приостанавливается, и враг начинает все. Что-то мне послышалось, там вот все в таком духе в классике древних свитков. Потому нам, по сути, осталось лить только два перка. Я даже не буду клинок ассасина качать.
Скрытность сюда идет у нас еще один перк, то бишь до 40%. И воин тени, все. Так, стоямба. Еще параллельно у меня качался навык блокирования, то бишь я его тоже конский поднял, поскольку он гораздо быстрее качается, даже чем на маленьких крабиках, и гораздо быстрее, чем легкий доспех, аж до 49. У нас там значение было 15, может 16. Вот зацените. Я просто тупо стоял, получал еще заметно меньше урона, и я еще могу постоять прокачать. При том, что у меня еще защита, по-моему, что же на блокирование влияет и сама защита от легкого доспеха, то бишь мы еще меньше урона получаем. И благодаря тому, что я прокачивал именно блокирование, то бишь подтягивал там уровни, я себе также позволил в стрельбу два перка благодаря там и скрытности излишней тоже, и блокированию влил. Также вот подтянул урон на луках, причем у нас значение стрельбы 37, там туда-сюда, и мы сможем еще подкинуть. В общем, все примерно в таком духе, причем далее, я также вот планы на перки, я собираюсь бустить дальше кузнечку, нам нужно также сходить будет в буйную флягу, но перед тем мы пойдем сейчас искать хитиновый себе доспех, поскольку у нас уже 23 уровень, мы могем пойти уже там немножко нагнуть, попытаться бандитов на соустеме. Потом еще буду качать обязательно изменения. Нужно будет поискать мне... Ну, тоже будем делать паузу через пару серий. Я, наверное, стану, буду прокачивать изменения, чтобы влить же сопротивление магии обязательно. 40% мне этого маловато будет. Чтобы максимально быть защищенным. Так, ну, иллюзии, наверное, трогать все-таки не буду. И также, вот, помимо изменений, еще приоритетными остаются у нас, естественно, боевые навыки. Это лишь одноручное оружие и луки. Вот примерно так. Может, что-то забыл? Я думаю, харайгутарить. Я отсюда сейчас чапаю. То есть скрытник у нас уже получился уже крутой. Причем... Так, а что это у нас? Ну да, это что, квест? Да, иду я именно в Рифтен, поскольку... Причем даже стоп. Причем даже в крепости. Сейчас сходим, купим стрел. Тут у нас на самом деле на 23 уровне мы уже довольно-таки крепкие. У нас 320 здоровья, больше защиты. Идем на соустейн, добываем себе хитиновый доспех, хотя бы частично. Что-то, что нужно, будем докупать. Много-много информации, конечно, понимаю. Ты тут тоже? Но я должен как бы отчитаться, за... что я сделал, что планирую. Так, тут у нас... Чувак, подожди, ты хоть чем-то сейчас еще торгуешь, нет? Так, амуль Зенитара, да. И, да, и вот еще нам помогал амулет Мары, то бишь он нам немножко там снижал раньше времени. Привело тебя к Бальмунду сегодня? Хочешь что-то починить? С раньше времени... По 4, в общем, единички вместо 5 тратить на заклинание восстановления. Также. Я уже, да, сбегал и также Калсельма, в общем-то, разобрал там парочку предметов на зачарование. Продал кое-что, все. И, ну, у нас еще много чего остается под алхимию. Также по поводу алхимии. Нужно сходить к Аркамбу, забрать перчатки мастера кузнеца для того, чтобы в будущем кузнечку, в общем-то, быстрее прокачивать. Ну, как бы, улучшать быстрее предметы. Но не быстрее, а раньше наступает момент, когда мы можем улучшиться. Так, ну и да, и кузнечку, скорее всего, максимум буду бустить до 70 уровня. Ну, точно до 60, чтобы, по крайней мере, любые магические артефакты там улучшать. Поскольку те, которые меня интересуют, они улучшаются, по-моему, даже... Некоторые требуют там буквально только первого перка кузнечки, некоторые даже нет, типа вот доспехов соловья. Так, по золоту. Вот то, что я продал, у нас 1200 оказалось, чего? И мы вместе, да? Сейчас я гляну, что у него тут по поводу кузнечки, какие цены. Цены 230. Между прочим, мы сейчас могем 5, наверное, 5 и влить, да? По крайней мере, попытаемся. Вот мне кузнечку надо бустить. Хотя бы до 30-очки, чтобы я влил один перк в эльфийские пушки. Поскольку вот я сейчас буду брать хитин, и эльфийские пушки у нас уже есть. Получается, я таким образом уже мог бы улучшать заметно больше свое снаряжение. Уже как бы тоже пора. Немножко не хватает буквально одного пункта, да? Причем уровень и так покачали. Так, мы теперь что? У нас золото немножко есть, да. Я, получается, ставил себе немножко на стрелы. В таком случае, давай подождем 9 часиков до утра. Да, и всем приятного чаепития, цикурепития, как у меня. Так, кузнечка прокачана. А я, блин, так и не облутал того саблезуба, ну и хрен бы с ним.
только лучшее оружие и броня. Давай-ка, чувак, мне железные обычные стрелы, пока мы ими вполне обойдемся. Так, и золота у нас больше нет, вот печаль. Причем у нас тут уже эльфийские пушки уже продаются у кузнецов. Так, всякие двемерские штуковины уже. Чё за... Сопротивление огню. Классная штука, между прочим, против дракончиков. Так, ладно. Стрелы есть, сколько у нас? Да, я, кстати, забыл. У нас же есть арбалет, блин. Арбалет я, наверное, ставлю на Кроссиса. Мы пойдем также за маской Кроссис, причем вот постараюсь в этой серии. И, то бишь, гораздо раньше, чем на Дикой Охоте. Там у нас как бы все не так печально. Ну, более печально, ну, растяжимее, но и атмосфернее, с другой стороны. Пойдем к Кроссису, мы уже, по идее, готовы. Но только исключительно после того, как мы найдем получше снаряжение и улучшимся больше. Так, поскольку то, которое на нас, оно уже того этого и устарело. В общем, мне на самом деле темп нравится. Так, кстати, вот напомню, что, допустим, вот для сравнения, в Forest Repack, тоже на Node Edge, там как-то доспех как бы тоже там ограничен, в общем-то, с пушками по артефакту особенно, да? И там, ну, чуть быстрее прокач, возможно, в легком доспехе. Дольше, допустим, в скрытности заметней. И... А, у меня за кадром там ушло, по-моему, в нашем самом последнем успешном трае. Ушло порядка 18 часов на вот такие вот. Причем тоже заходов 3, по-моему, 4 наверное, захода было. Так, и да, пока я здесь, пока я вижу у нас... в общем, вижу алхимический стол. И будут такие же точно у нас перчатки кузнеца-мастера, тоже 15%, но в кузнечке подъем. Ну... Сейчас мы немножко тут поделаем зелий каких-нибудь. Допустим, зелки лечения. Слишком, я думаю, экспериментить не буду. Так, сопротивление магии-то, ну давай. Мы сейчас их просто наделаем и... Так, вот у яда есть урон здоровью. О, прям тык-притык. Яды мне не помешают. Урон запасу сил. Пойдет. Так, колдовство открылось. Во, эти сделки будут подороже у нас. О, еще. Отлично. Крылось не бабочки. Мы открыли потенциал. Потенциал потанцевал. Что у нас по времени сейчас? 9 вечера уже, да? Я бы сейчас все-таки, наверное, еще подождал. Получается, алхимичку, я бы ей продал зелье и, возможно, купил бы, ну, как минимум, очищенные камни, очищенные лунные камни, чтобы улучшить свои пушки, да? Так, 12 часов будем ждать. А, возможно, если повезет, то и кирасу хитиновую, поскольку хитиновую кирасу, ну, бандюгана мы там не достанем, куда я иду. Но... Сейчас добудем. И хитиновый доспех, он на порядочек лучше, нежели эльфийский. Тот, который также я планирую улучшить, ну, в кузнечке, да? Перком. Ищешь зелье? Так, дальше. В общем, много-много дел. Прям... Если ищешь экзотические ингредиенты, спрашивай. Так, она может еще алхимию получить, но это меня не интересует. Я буду все деньги либо же в кожу тратить, либо же в обучение у кузнеца, по крайней мере, в Рифтоне. Я не помню, где есть тут есть какой-либо мастер кузнечки. У орков, возможно. Ну, есть где поискать, вдруг что. Так, давай тебе зелье сбагрим. Восстановление запаса силы, пожалуй, оставлю. Вот с колдовством нафиг. Отлично. Сопротивление магии. Туда же. Опасил... Да, исцеление болезни меня, в общем, по пути волчары тоже заразили. Пришлось одно зелье использовать. Повреждение регена маны. Это, кстати, классная штука. Еще и отнимает запас силы. Против мага весь и биться. Ну, на Кроссиса это не уйдет. На Кроссиса там своя, в общем, мета. Как общаться. Так, паралича яд. Классная штука. Еще мне на Дикой Охоте попадался там посох. Посох паралича. Ох, он мне в один момент очень классно помог. Так, ну не буду слишком спойлерить. Так, кое-какое золото достали. Не забывай. У меня много всяких... Значит, что, кузнец, where are you?
Да, я сейчас, наверное, зайду все-таки в паб местный, где он, вот он. И покажу вам, по идее, легкий доспех. Да, я на самом-то деле буду играть без компаньонов, разве что там с компаньонами, которые там, ну, по сюжету встречаются. Вот, вот это, ну, точно не помню, но, по-моему, вот это есть полностью легкий хитиновый доспех. В общем, нам нужен, по крайней мере, сейчас вот такой. И круче него будет ламеллярный доспех с рогами там и т.д. и т.п. Ну, а лучше ламеллярного, собственно, идет там стекло уже, потом и дракони, драконья чешуя. Так, где, мать твою, кузнец? Гловер Мелори творит чудеса с молотом. Алло, гараж. Давай подождем еще часок. Может, он там до 10 спит. Так, ладно, кузнеца не вижу, фиг бы с ним. Давай, достаем лук. А причем вот во время прокачки, что поначалу я качался на крабике, я в левой руке по классике, в общем, в правой руке держу пушку, в левой по привычке держу, в общем-то, заклинание лечения. И лечусь, да. А потом понимаю в один прекрасный момент, причем далеко не сразу, что... Ёлы-палы, лучше же здесь сразу же щит, чтобы мне переключаться по 1000 раз. В общем, пару улучшений как минимум. Вот в левой руке держишь щит, в правой руке заклинание лечения при битве с крабиком. Ну, не при битве с крабиком, а при терпёшке, скажем так, да? И плюс сам крабик не маленький, а лучше все-таки качаться, хоть и рискуешь понемножку. Оставляешь пару ударов, можно даже 3 удара оставлять. Ну, там, если уже вы уже будете более-менее подкачаны. И да, кстати, вспомнил, когда у меня была, в общем, легендарка, тоже своя сборочка, она предыдущая, правда. Был также вот такой, в принципе, космический классный плагин атмосферный, который добавлял на север, вдоль северных границ берега Скайрима, именно, вот эти волны. Плюс еще добавлял вот, мы тут, кстати, видим также Варденфелл, правда, если вон дым от Красной горы, да, взорвавшийся. Через 200, там, по-моему, 20 лет после событий в Моровинде, в третьих свитках. Добавляет также Моровинд. Отображается, в общем-то, он к востоку от, естественно, Тинхельмана, в общем-то. И также подобный плагин, который типа плагин фикс, который в легендарке именно отображал статую Азуры большую. Тоже там возле Виндхельма, Винтерхолда. Но для. Вот я перерыл реально весь интернет, там, пофиксил, так сказать, разные предметы с помощью там плагина СМИМ, с помощью из разных сборок, там, т.д. т.п. Весь интернет перерыл из Нексусов, Тесолов и других ресурсов. Максимально сколько смог найти, в общем. Вот, допустим, каменистые горы сделал более. Это классическая текстура, но внутри наполнена, как бы, более каменистой текстурой дополнена. Там друг на друга, видать, они наложены. Вот, потому, тут если вдаль смотреть, они не такие картонные, эти горы теперь. Вот, кстати, тот самый, в общем-то, форпост бандюганов, в который мы идем. Причем скрытность уже у нас качается. Ага, стоямба. Я сейчас, между прочим, да, надеваю амулет Мара для лечения, пока это для меня самая профитная штука в плане боев. Сыромятный не продал, да, нагружаю себе, блин. Окей, так, и перчи. Все, и защиты, да, у нас класс брони сейчас составляет 173, но он у нас сейчас подтянется под 200, поскольку я попытаюсь найти лучший доспех. Причем с этими бандюганчиками лучше воевать. Ну, давай подождем время. Под вечер, чтобы у нас скрытность была более эффективна. Хотя она у нас уже классна, но мы даже шума не издаем сейчас никакого. Так вот, сборку я собирал там из других сборок, тоже там вынимал, выдергивал поштучно текстуры. Здоровский. Правда, единственный минус, конечно, для вас это ютубик, все это дело, блин. Разбойника, ты глянь, как разматываем. 2 выстрела и до свидания. Охренеть, и причем это без кроссиса. Какой у нас урон? И это я даже арбалет не юзаю. Какой у нас уже урон? Всего лишь 25? Ни хрена, слушай. Так, это не надо. Ага, разбойник-потрошитель. Вот это уже перец по... Интереснее, но он что-то там потерялся. Тут его, наверное... А, он пополз вниз. Ладно, займемся тобой. Так.
Да, бля, откуда-то. Да, тут, между прочим, интеллект, замечу, в плане у ворота вот стрел покруче будет, нежели Моровинге. Так, одна мудила вышла вниз, понял, тут их, блин, целое змеиное кубло. Так, алло. Ну, я думаю, их там трое осталось, да и все. Отлично, шума не создаем, скрытность 70. Скрытность реально наше все. Причем она нам все-таки позволит, я думаю, траю продлиться явно дольше, нежели если бы я приснул бы ту же там буйную флягу пройти. Допустим, назначение 40 легких доспехов, когда там качался на крабике, да? Эо! Вы там что, блин? Поняли, в чем фишка, да? Тут у вас артиллерия, блин, из укрытия раздалбывает. Волны классно, кстати, сделано. Очень атмосферно. Так, алло. Прием, как связь? Ладно, давай, наверное, их сейчас... Давай-ка их выманивать. Оп. Дерганый застанцы. Готов. Причем кувыркнулся, блин, через бедро. Так, ну давай еще приманим. Так, молодец. Да, тут разбойники. Ни хреново. Я думаю, на скоримчике они уже будут попроще. Так, давай, пацаны, назад, назад. Если мы тут местных на более суровом островке уже сливаем. Сейчас туда-сюда, да. О, о, молодцы. Правильно, правильно. Блин, а тут который сверху жесткий. Хотя на виду не такой. Возможно, кстати, мы... Если повезет, с какого-то бандюгана снимем хитин, я бы был не против. Там-то, по крайней мере, я точно знаю, мы то ли ботинки найдем с шлемом. То ли ботинки, то ли перчи. Что-то в таком духе. Потому что как минимум два элемента. Так. Там еще лукар бродит, да? Это причем обычный разбойник. С двух стрел ложится. Вот, а мы таких вот недавно бегали. Да, да, вот однозначно буст, мы за эту серию, ну, убедимся, насколько. Ну, что стоит просто там около 6 часиков покачаться. Где-то, наверное, 5.45 ушло по времени. Сериально. Ну, а еще сколько уйдет? Еще захода 3. Я же буду легкий доспех докачивать там до сотки почти. Мне нужен максимальный профит. Повторюсь, я попытаюсь обойтись, в общем-то, без создания сделок с помощью алхимии и прокачки зачарования, то бишь только там артефактами, и буду юзать только покупные микстуры там кузнечного дела. Так, пора, наверное, еще запустить приманочку. Отлично. Стрельба, между прочим, уже... Рома, да? Стрельба прокачалась. До 49. О, у нас, между прочим, уже уровень почти. Ну да, у нас же, кстати, там был 23 уровень тоже с копейками. Да, блин. Ну, у тебя там видно? Когда ж ты, блин, уже уляжешься?
Да ты посмотри, какой лишь он крепкий застанет. Не. Погнали. Причем, да, у нас же есть уже тихий кувырок. Он просто позволяет, я так понял. Ну, между прочим, позволяет быстро уйти, насколько я помню, от преследования. Вообще такой штукой на дикой охоте пользовался. Так, где еще? Где еще лунная бабочка? Вы у нас довольно-таки редкие. Товарищи. Так, рыба лунного матрика. Такое мы дело. Не пробовали, да? Вот он, вот он. Добро. А, он же тут... А, подожди, кувырок тут пока у нас нажал, и ты тупо кувырка... А, так это очень быстро, я вспомнил. Просто тут на самом-то деле у меня был небольшой перерывчик между дикой охотой. Кое-что мог и подзабыть, но далеко не все, далеко не все. Так, ну что, мудила, тебя долго стрелял. Кожаная бронь, между прочим, такая бронь, кожаная обычно лучше даже, чем... О, то бишь мы как минимум... Реально кожаная круче, да? Чем имперская? Так у имперца снаряжение такое сюда. Ну, это понятно. Вот. Причем, да, класс брони уже 202. Вместе с тем, что я влил в 20%. Так. Ну, веса достаточно. Хорошо, идем дальше. Еще должно валяться до хренища стрел где-то. Ну, это, наверное, наверху. Да, кувырок, слушай, вообще очень ускоряет. Где-то еще должен быть стрелок. Да, слушай, реально очень полезная штуковина. Так, что еще тут по ингредам? Колючая трава. Или он наверху там лазал? Так, стоямба. Так, этот... Нет, это тот товарищ, по-моему, тут наверху был. Вредозобник я же разжевывал, да? Да, все правильно. Этот, мудилка лесная, давай ко мне. Золотые ожерелья, стрелы, кирка. Кирка у нас же есть. Кирка есть, да, тут, как можно видеть, кое-что не продал. Тут всякие штуки, ничего, продадим, облегчимся. Подкуемся, улучшимся, деньги на самом-то деле у нас будут. Перейдем вверх, я надеюсь, все-таки мы тут пришили всех, кого надо. Имперский лучара. Подожди. Имперский лук, урон 17. Эльфийский лук 25. Да не, не, ни в какие рамки, отмычка, стрелы еще, давай. Вот тут он дофига стрел. Это же у нас... Да, давай тогда сразу чё. Да не, все-таки правильно идем. В эту степь нам надо. Сундук. Без валухи. Золото уже больше попадается на сундучелах. О, ёлки лечения. Так, вот еще один приутюженный товарищ. Так, он нам может предложить пока только стрелы. 143 стрелы, можно сказать, все вернули. Так, это разбойник-потрошитель. Так, сейчас я пока скажу, разведай наверх. Так, тут у нас порядочек, добро. Так, у нас, по-моему, свет. Да, бляха. Давай, поджигай. Вот, то, о чем я и говорил. Да, и тут есть хитиновые сапожки и хитиновый шлем.
Так, киновые сапоги. Блин, а они хуже. Но если я лучше получается, то все-таки будут заметно. Так, подожди. Шлем Стражи Рассвета. 50? 50 он дает, да? Серьезно? А хитиновый шлем 38. Серьезно? То бишь, шлем Стражи Рассвета круче? Причем у нас сейчас уже значение на самом-то деле навыка больше, чем 40. Если не ошибаюсь, если подойти к Израму в форте Стражи Рассвета, нам дадут кирасу. Легкую. Но на самом деле кожаная бронь тоже так ничего. Интересно, девки пляшут. Что у нас тут за шмот? Ну, наряд Данмера, если не ошибаюсь, это штука, которая просто восстанавливает магию на 75%. Но я уже что-то подобное разбирал, поэтому я, пожалуй, оставлю это добро. Так, да, нам нужно пролезть. Еще вот сюда. Хм, получается, идти нам уже не особо-то и надо, блин, да? Ну, так-то. Что еще есть? Какая-нибудь книжка там. А молния. Ну, записку читать не буду. Это там про курган Бладскал. Если туда пойти, можно будет меч Бладскал найти. Двуручный он тут, правда. В муравье он одноручный, но не такой оригинальный, как... Так, киновый тяжелый шлем. Уровень докачали, да? Шик. Я до 400 вливаю еще здоровье. Я и также оставлю, пожалуй, этот навык на прокач урона для лука. Причем мы пойдем еще на кроссиса. И на кроссисе мы еще за счет самого шлема кроссис мы на 20% поднимем себе урону луков, плюс скрытность на 20%, скрытность взлом на 20% повысим, и еще и варку зелий. Вот так-то. Так, добренько, с этим мы справились, допустим. Но я сейчас вернусь на Воронью скалу, немножко там поторгуюсь, загляну еще к кузнецу, там может что-то куплю, улучшусь. По времени у нас господин зовет. Так, ждем часов 9. Давай. Бляха, где кузнец? Куда он девается? Он там, блин, залип, наверное, на камне, да? Так, ну ладно, мне, в принципе, ждать. Просто я хотел у него посмотреть еще хитиновый доспех. Не зря же я сюда приперся. Ну, на самом-то деле, если мы... Не, хитина с собой возьму, потому что мы ж будем вкачивать. Хотя я даже не знаю, может, блин, не стоит так и упарываться прямо. Защита уже 202, можно даже кожаный доспех пока прокачать. А вот с помощью чего кожаная бронь качается, вот мне интересно. Вот, допустим, я сейчас беру навык кузнечку. Но тут по стальным доспехам. Входит ли сюда кожаная, интересно? Вообще, если сюда влил бы... Допустим, я бы себе бы кожаный доспех бы взял, я бы не против. Так, ну ладно, ладно. Короче, кузнеца нет, где-то он пропал. Давай будем искать счастье в Скайриме. Так, причем, что мы имеем? Что мы имеем, что хотим. Я, в общем-то, сейчас могу сходить.
наверное, в крепость орков. Местных. И там мы возьмем квест на... Хотя знаешь что, на самом-то деле давай не здесь, давай будем умнее. Я сейчас скажу просто в Рифтен. Просто схожу в Рифтен сейчас. Продамся там, сделаю все, что нам надо. Потом я просто-напросто пойду в Маркерт, схожу в крепость ту, которая там, ближайшая к Аркам. Там точно дадут нормальный квест нам, по идее. Ты, кстати, кто? Ты у нас не торгаш ли странствующий? Нет. Считаешь себя искателем приключений, а? Ну что ж, сдается мне, в настоящем бою все твои умения ничего не стоят. Так, еще наторгуем золото. Вольем, да, еще одну единичку все-таки. Одну единичку еще вольем обязательно. Сейчас же в кузнечное дело. А, или подожди. Я, получается, же уровень докачал. Сейчас у меня там, по идее, обновилось все. Я могу опять 5 пунктов влить. Ну, посмотрим, сколько у нас получится по золоту. На самом деле, я сейчас бы уже лучше подтянул бы пушки. Хочешь посмотреть, как... Хочешь быть, как я? Хорошо. Да-да-да, хотел бы, конечно, с удовольствием, но... Ты... Что привело тебя к Бальмунду сегодня? Так, амульзия унитара на месте? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И что не срав... Клинки, шлемы, практически все необходимое. Продаем всякий хлам. Скрепанную бронь нафиг. Мне бы еще хитиновые... Штучки-дрючки. Так, вот это добро нафиг. Урособли зубы, остальное оставляем. Так, что у тебя есть на продажу? Очищенный лунный камень есть? Нету, бляха ты муха. Но есть у него кожа, да? Сколько стоит? Я бы хотел бы очищенный лунный камень по-любому взять. А пока что, на то, что есть сейчас... Обращайся. Тринадцать кожи, то бишь надо 4 сейчас на повозке пустить. Сверкающие самоцветы. Лучше надежную броню. Че по драгоценностям? У нас там есть серебряный слиток. Во, могем даже тоже с камушком что-нибудь замутить. Что там самое дорогое надо выбирать, по-моему, вот с аметистом, да? Давай. Так, дальше. Ты вроде теперь пойдем. Как насчет недорогого... Приветствую, дорогой. Да вот все, что пойдем общаться с торгашней. Так, тут у нас есть всякие аметисты, гранаты, давай их туда сбагрим нафиг. Так, 899 золотых. Счастливого пути, путешественник. Так, чувак, я бы у тебя еще купил бы обязательно стрел. Пока, я думаю, хватит. Нет у него очищенного лунного камня, это печалька, конечно. 749. Что у нас там по кузнечке сейчас? 23, но золота у нас на самом деле мало. Мало, я больше потратил бы реально на очищенный лунный камень. Добро, но это одно. Что это у нас? Лучший мед в городе и дешево. Медоварня, тут у нас торгаш, который, видать, покупает всякое разное. Добро пожаловать. Погляди. Проверим, что можно ему такого сбагрить. Книжка, вот, допустим, давай. Посох ярости. Огненные шары с уроном 50. Ну, пускай пока полежат. Точно так же и
Цепная молния. Стальные стрелы тоже у меня есть. Немножко болтов на кросиса. О, еще сыромятку. Да-да-да-да, надо сейчас кузнецу сдать. Итин с собой, пожалуй, потаскаю. Элиан 4 дофига, думаю, парочку оставим. Такс. Ладно. Пойдет, давай сейчас кузнецу сыромятку сдадим и... Пойдем, наверное... Я тебя повсюду ищу. Да что там такое? Просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. В Данстаре открывается новый музей. А, понятно. Ладно, не, спасибо, не интересует. Что ты там воздух гладишь? Погляди. Так, ну, я думаю, я могу сейчас позволить парочку пунктов все-таки в кузнечку влить. Вот так вот. Все, 500 мы оставляем на лунный камень. Работу в рыбном порту Рифтона легкой не назовешь, но тут неплохо. Вот так вот. И уровень же тоже потихоньку пустуем. Благодаря всему этому добру. Правда, да, по кузнечке это все не очень-то видно. Добро, давай-ка сейчас через Рифтен пытаемся пройтись. Через Рифтен, потом Маркарт, пойдем к местным оркам, там мы возьмем квест, пойдем заберем. А, подожди, еще у меня же одна кожа осталась, я же могу улучшить свой кожаный доспех, между прочим. Так, опять вор побежал. Повести у меня Камилу Валерию, а я между тем ему не раз говорил, что она уже моя. Ага, окей. Так, ну давай сейчас одень. А, перчи у нас нет, кузнеца. Ну ладно, в принципе, кожа это штука, которая достать легко. Так. Давай. И теперь осталось только подождать кузнеца. Проверить у него, зачекировать очищенный лунный камень. Кстати, когда мы будем маркрить, можно на самом-то деле сходить еще побрать и даже золотую живу. То есть тут дело на самом деле, вот, когда ты уже крепче стал, как герой, то реально удобно в плане уже разнообразия выбора дел твоих. Есть куда развернуться. Мужик, тут полдня ползешь. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром, я выкую это. Я, блин, не думал, что... Ну, вряд ли, конечно, эта бронь круче, чем... Именно Стража Рассвета круче, чем хитин, если его прокачать с помощью перка. Хотя... Нужен новый клинок? Мужик, открывай. Лес, открывай ворота. Блин, нет. Ну, в принципе, есть зато лунная руда. Хотя бы одна... Тут у тебя плавильни нет, да? Ладно. Нет, так нет. Идем, значит, под каменную крепость. Там тоже есть кузнец местный. Возможно, купим у нее. А тут плавильни я не помню. У нее, по-моему, наверху ее нет. Охренеть. Охренеть. Вся стража, короче, тусит. Так, а еще, блин, важное дело по поводу изменения. Все того же. Надо понять. Надо очень даже понять, каким заклинанием фигашить, по-быстрому прокачивать быстрее всего навык изменения. Очень важно. Так, ну где там, блин, эта кузница? Видать, переборщил, да? Этим лабиринтом я малёха. А тут, наверное, где-то. Ага, вот. Все хорошо, надеюсь. Так, литейка отсутствует absent today, да? А, вон она. Нормально. Все, в принципе, под рукой. Пойдет. Один очищенный лунный камень, отлично.
Пойдем теперь себе заклепаем. Для начала что? Давай меч, поскольку он у нас по урону уступает. Так, допустим. Теперь подождем. Подождем 9 часиков. Стоит только взломщик, либо вампир. Ты из которого? Так, это и ученик местный. Ты что, прохлаждайся, перегрелся, да? Вот. Текстуры улучшенные. Две мерзкие, если что. Гораздо четче все и приятней. И это такой более даже пожелтевший немного, позеленевший даже металл. То есть есть такой плагин текстурный. Он здесь также присутствует, к слову говоря. Но где эта подруга-то? Что-то, блин, не хотят кузнецы местные. Маркеры тебе не доверяют, чужак. Я помощник Горбин, помогай ей. А вот она. Причапала. Наконец-то. Это еще что? Ты там не гутарь. Клинки, шлемы. Вот, очищенный вон и камень. Практически все необходимое. Шик. А что у тебя там по доспехам? Ламеллярка уже продается, японский городовой. Ламеллярная броня с рогами, 90. Но у нас золота нет. Да. Причем я бы ее пока что даже и одел. Блин, классный тоже. Нет золота, мы что-то особо сейчас не путешествуем. Ладно. Слюни попускали и двигаем дальше. Давай лучару тоже начнем. Кузнечка 26. Буквально на... Один присест в обучение у кузнеца на 5 пунктов, там 1200, там может 1300 потратить. Так, отлично, теперь мы выдвигаемся к конюшням. Идем к аркам, берем квест на кузнечные перчи. Да, но нам-то, в общем, нужно добиться значения защиты вот того хотя бы, что у нас было в дикой охоте. Этого мы добьемся, скорее всего, когда тут вольем перк в эльфийский доспех. В кузнечке. И где-то 300 защиты, это будет примерно... Блокироваться примерно 40%... урона. Ну, опять-таки, мы тут сейчас сделали резкий скачок в плане прокачки, тут уже повылезало все, что можно. Ну, надо быть аккуратным. Кстати, вот как раз таки вот горы можно заценить больше вот здесь. Они как бы имеют вот эти вот трещины оригинальные, но горы сами были не такими шероховатыми, не такими каменистыми в оригинале. Тут же теперь с помощью текстурного плагина все гораздо круче. Не гораздо прям... Но, тем не менее, я теперь горы прям картонными не вижу. Допустим, вот в том же Fallout 4 камни сделали все-таки пореалистичнее. Так, картонкой прям не отдает. Кстати, вот напомню, да, все-таки я планирую в будущем. Наверное, ворвемся на выживание. Охотник за головами. Просто благо не за нашей головой. Так, арков я уже вижу. Ё-моё, ассасин. Так, ну мы благо от него уже скрылись. Вот. Охотник за головами. Охотник за головами нарисовался, так или иначе. Так, мудила, ты где? Ну, давай, кто лучший ассасин? Проверим.
Вон. Ладно. Надо сейчас уже скрытность довольно топовая. Прячешься немножко в тень, переходишь в режим. И моментально, вот с перком тишина, моментально начинает все срабатывать. Ассасин нас теряет. Чем его начнем как подушечку с иголочками прошивать критами. Сейчас я попытаюсь даже выглянуть. Так, но эта скотина все равно там остается, я понял. Тогда давай передислоцируемся. Да? Крепкий засранец. Вообще, вот эти путешественники не довольно-таки жесткие. Типочки, потому придется сейчас повоевать. Так, он куда-то вообще понесся туда, вон он. Залез? Че, мудак? Ты как посмел. Ну, по-быстрому. Это мне нравится. А с перком последним воин тени так вообще будет все. Как песня. Так, он там. Причем ассасины, я так заметил, или воры слишком с места не сдвигаются. Они примерно там и тусят, где мы их... Мы его потеряем, допустим, из виду, да? Так, этому дива... А, вот он. На. Я думаю, он по нам урон будет наносить приличный, потому я сейчас не рискую идти в упор воевать. По крайней мере, пока ему 2/3 хотя бы здоровья не сбрею. Не такая уж халявка, да? Слишком наперед. А давай-ка все-таки рискнем. А ну иди сюда, мудила. Давай ты. Не, парень по-прежнему суровый, да. Не. Чего вдруг? Веди меня, Деревар. Чё как? Так, отлично. Крепкий засранец, крепкий. Пока нам... Лучше таких опасаться, мудозвонов. Давай опять приманим. Вот так вот. Стрельба прокачана. В чем удило? Сейчас мы тебе перца подзарядим. Теперь можем еще добавить. Стрельбу, стоям бы, плюс 20% урона. Так, что там у нас сейчас? Теперь 31, да? Вот.
На этой модели, я так понимаю, тоже уже можно подкачиваться. Было бы. Ну что ты? Камон, давай. Не. Подожди, у меня здесь есть смс-очка. Не. Приехал. Но печаль в том, что мы, к сожалению, набор, если не ошибаюсь, ассасина мы с него не снимем ни хрена. Безупречный гранат. Записка темного братства. Ваша цель, Джак, подлежит уничтожению любым способом. Было проведено черное таинство, видимо, кому-то эта личность очень мешает. Мы уже получили оплату по контракту. Провал недопустим. Астрид, ах ты ж Астрид. Ну, короче говоря, да. Тут, между прочим, на нас, я так понимаю, нападают просто так. Именно с плагином вот населенные дороги. Оживленные, точнее. На нас и заметно чаще нападают и воры, и ассасинчики. Мне это не устраивает. Это все-таки чуть больше сложность, нежели в оригинале. Но с другой стороны, конечно, и опыт. Тут свои, конечно, есть нюансы. Туман, да? Прям туман. И также... Ага, тут у нас... Помимо всего прочего, дальше нас ждет, блин, медведь. В чем? Ага, насколько я помню, да, тут тоже в дикой охоте ловил проблему. И, по-моему, стрелял я его прямиком отсюда. Давай, наверное, запаримся как-то, что ли. Ага, он носится там дальше. Воу-воу-воу. Оп, есть контакт. Оп. Давай-ка сюда, парниша. Прям очень быстро из виду потеряли. Так, он меня подкумарит на самом деле. Давай-ка сейчас попытаемся забраться на гору. Наверное, даже знаешь, что сделаем. Пойдем возьмем квест. Что у нас там по золоту? Золото полная хрень. Стрел 156, есть еще на арбалет, да? Пойдем, наверное, кроссиса, в общем-то, мочить. Вот. Та масочка нам здоровски поможет. Я думаю, что смогли, мы добыли. Так, подожди, тут надо бы достать щит. Чем аккуратно продвигаемся. Да, обойдем, наверное, медведя. Бешивает. Кто? Еще одна медведя. Любят они, блин, конечно, барашками. Тут ты нас уже и не видишь. Вот она, скрытность прокачанная. Так, а вот и орки, то бишь. На самом деле, получается, этот проход не обязательно доливать с медведем. Проще обойти.
чувак, в общем. Полный крейзи. Это случайно неодержимый, не? Так, ну я, пожалуйста, таки залезу на камень. А что, можно ту башню облутать? Да-да-да, это одержимый, между прочим. Но я думаю, он приехал. Это пещерный медведь. Одержимые в этом моде очень часто встречаются. Оживленных дорогах. Помогем. Одержимому. Покачаем лучок. Это не лишним будет. Добивание ни о чем. Ты засранец. Ну давай, давай, давай. Все-таки хоть даже и помогал, сожрал, да? Отлично, безупречный гранат медведя. Откуда? Там глянем, что у того товарища. Он еще кого-то загрыз, охренеть. Кожаные сапоги. Уже наших. Так, ничего себе. То на груб замочили местного орка. Ладно, продадим его. Ок. Ключ от дома. Подожди, это случайно не... Офицерские наручи братьев Бури. Классные, блин. Вот эти вот прям мне очень нравятся, перчи, но... Так, стоимость всего ничего. Пор можно продать. Вождя, что ли, загрызли? Это, по-моему, то ли вождь, то ли чувак, который там тренировался. Ну, квест, по крайней мере, нам может дать другая подруга. Давай мы прикроем. Тут, наверное, охранял стоял. Медведь загрылся. Или он на медведя, дурачок. Стой, чужак. По кодексу Малаката эта крепость принадлежит оркам. Это наша крепость. Ты не орк и не родич по крови, так что убирайся. Так, есть и другие крепости, сразу сейчас отметим себе на карте. Остальные и... Мы слышали о зачарованных латах. Их именуют перчатками. В общем, я найду вам эти перчи. Причем, да, к сожалению, с вами тут не поторгуешь так просто, потому... Придется нам сейчас сделать чудо как. А куда вы меня отсылаете по этому квесту? В оплот, прыжок брюсы. Все-таки в оплот, по идее, насколько я понимаю, у нас этого раньше на карте не было, да? О, а еще я не вернул уже золотой кувать. Япона мать, я так и забыл об этом. Так, перчатки мастера кузнеца. Отмечаем. А, и... Разные надо тоже включить. Так, и... Ну да, 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 все правильно. Тогда в таком случае мы сейчас что сделаем? Мы сходим в Маркарт. Поторгуемся там. Продадим всякое барахло. Пойдем от камня любовника к шахте с изгоями. А что мне делать? Из дома не выходить? Так, 5 вечера, она еще начнется. Торгаши у нас работают. Лавку и точка. Заберем золото с помощью кирки. Нам это очень поможет прокачать кузнечку. Так, а знаешь что? Че я туплю? На самом деле надо сходить в Рифтен. Сдать золотой коготь. Плюс же у нас будет скидочка получается. У ривервудского торговца. Дополнительно у нас с ним будет контакт лучше налажен. И можно отправляться за золотом и перчатками. Или сходим уже на кросица. На кросица будет проще всего. Так, а нам откуда бы двигать туда? Да, в принципе, отсюда, от медоварни. Тут просто подняться и все. Стрел только надо будет купить.
Блин, вор напрягает. Он у тебя? Прикинь. Вот он. Странно. По-моему, раньше он был больше. Забавно, правда? Я верну его на место. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Спасибо тебе большое за то, что позаботился. 800 золотых, между прочим, неплохо. Что я тебе еще могу сбагрить? Пока я камни сбагривать не буду, поскольку я иду за золотом. Это все может пригодиться нам для создания хороших, в общем-то, драгоценностей. Это нам повысит здоровские кузнечку. Сейчас гляну, что можно там. Вот, там не нужно, допустим. Боевой топор, да-да, сюда отдаю. Орочий лук тоже, поскольку он хуже эльфийского. Вот, зелье неприятия огня. Стальная стрела, между прочим, уже 46 штук. Так, добро. 1175. Ламеллярные наручи, причем они лучше наших. О, эльфийский щит. Блин, хоть разорвись. Пускай сейчас я просто скажу кузнецу, я проверю, если там у него есть ламеллярный доспех, просто мы сейчас идем к Кроссису как-никак воевать. Ну, Кроссис, правда, нас будет бить магией. Так, мужик. Если тебе нужно. Иди сюда, мужик. Так, давай, часок подождем. С миром, я выкую это. Нужен новый клинок? Давай. Быстрее. По крайней мере, можно будет купить себе либо же щит эльфийский. Ну, что-нибудь сейчас да прикупим. Ламеллярку можно приодеть. Но хитин все равно потом... Возможно, если мы улучшим хитин с помощью кузнечки там, да? То... А, блин, подходи, мужик. Ары, утарить, не мешай, не отвлекаю. Давай. Вот, возможно, удвоенное как бы значение защиты от кузнечного дела. Так ты ловка. Да бляха ты, муха, ну, что ж ты такой? Давай, работай. Да, только лучшее оружие и броня. Отлично. Ламеллярка у тебя не продается. Ламеллярный шлем. Уже нашего. Наручи одинаковые, кожаный шлем чего-то там. Эльфийские сапоги хуже, но у нас есть. Так, ну... Окей, пошли возьмем ламеллярку, купим там что там надо. Ну не ламеллярку, а, короче, ламеллярный там что там видел. По-моему, наручи и... И тебе доброго дня, и щит. Да встретишь ты смерть с мечом. Спасибо. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня... Это сокровище. Кольцо скрытности. Но у нас кольцо луч. Скрытность у нас и так хороша на самом-то деле. Потому, ну, я ей ни хрена не куплю на самом-то деле сейчас. Так, ламеллярные наручи. Они такие же, как наши, по сути. Но мы ламеллярку смогем улучшить. Окей. Истинная магия увеличивает магию. Амулет скрытности. Но он, блин, конских денег стоит, потому нам не светит. Давай, берем щит. Берем ламеллярные наручи. Разные. Очищенный лунный камень. Сейчас случайно не продается? Ладно. Так. Причем я уже, как минимум, сразу же буду менять, получается, что... Эльфийский щит. Сыромятный нафиг с пляжа. С глаз довольств сердца вон. Ламеллярные наручи одеваем. Стража рассвета. Подожди, сапоги одеваем. Ламеллярку. Так. Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишился разума. Так, подожди, а что у меня было там больше? А, я щит не одел, да. Так, эльфийский мы, между прочим, ставим на четверочку.
Так, еще по защите у нас нынче 216. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Так, чувак, давай тебе еще сбагрю то, что нам удалось сейчас. Вот так вот. До встречи. Теперь нам нужен еще один камень. Лунный очищенный. Если тебе нужно, это все, что доброму. Так, стоп, а ну что-то надо на ламелярку на улучшение. Тут понятно. Фитиновая пластина, это само собой и ламелярка. Корундовый слиток. Добренько. Нужен новый, только лучшее оружие и броня. Так, начинаем. Корундовая руда, понял. Очищенный лунный камень отсутствует нынче. Сколько стоит у нас кожа столько? Понял. Такс. Ну, значит, надо нам куда-нибудь двинуть и... Так, мы пойдем потом к Росису, да? Угу. Давай, сходим тогда, получается, в Вайтран. По крайней мере, пройдем через врата. Мы пока к Ярлу не пойдем, ничего сообщать. Вообще, дракона я пока же не активирую, если что. Имел я, блин, это все в виду. Ну, конечно, чем позже мы активируем, тем жестче будут драконы нападать на нас. Но к тому времени нам уже надо желательно максимизировать... Максимизировать бы... свое сопротивление магии. Тогда бы мы смогли нормально бодаться. Да и подтянуть бы защиту, так, к 400, допустим, да? Хотя бы так примерно. Сейчас мы еще, по идее, поговорим с стражником, поднимем даже красноречие на один пункт. Говорят, на хел... с разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон, а драконы объявились. Как по мне, так мир сошел с ума. А че я не могу в Вайтран зайти, алло? А где тут стражник, который пускает в Вайтран? Что, прикалываетесь? Говорю, нужны припасы. Сходи в лавку, билетон. Да я б сходил. Он скользкий тип, но выбор у него отменный. Подожди. Чё за хрень? Меня не пускают по главному квесту, алё. Не, ну народу, я если чё на самом-то деле буду... Ну, получается, читерить, я еще использую чит Unlock, открыть дверь. Ну, поскольку... Ну, если тут стражник не будет появляться долгое время, да? Вот же ж дичь, блин. Пойдем тогда... Опять в Рифтен. Что мне еще остается? Благо, тут не проблема с этим. Именно с таким отыгрышем, таким классическим, да? Три утра, давай ждем 6 часов. По городам можно пометаться, помотаться. Бальмунд творит чудеса. Что привело тебя к Бальмунду сегодня? Хочешь что-то починить или купить чего? И что не... Так, Бальмунд, мне надо тебя. Вот, очищенный один лунный камушек. И корундовый слиток, шикарно. Если тебе еще понадобится кузнец, обращайся. Фамилярочка. Щиточек. Оп. Украшение легендарное. Так, ну и сейчас у нас золота мало, в принципе. Окей. Сейвим. И я думаю, мы сейчас пойдем... Все-таки напоследок пободаемся с Кроссисом. Добудем же эту маску крутую. У нас уже уровень вполне себе подстать. Погнали отсюда, выдвинемся.
Добудем это дело, вскроем его сундук. Сейчас продемонстрирую, как с ним воевать. Так, что, кстати, по поводу стрел? Что по стрелам? Стрел должно хватать, даже есть древняя норская. Эта штука у нас. Да, и пойдем, наверное, ночью. Времени. А 8 вечера. Ну нормально, как раз таки придем к нему. Прям таки к жестким сумеркам. И будем из арбалета палить. Так, что у нас, кстати, по защите там? 219. Неплохо. Да, не забываем, не забываем ловить каких-нибудь там ночных бабочек, светлячков. И педалим дальше. Пометочку, наверное, давай влепим, чтобы так не теряться. Кроссис он находится вот где-то, по-моему, вот здесь. Что там за движ, Париж? А, это паломники. Кстати, во, пацаны, я с вами не против пробежаться. Паломники тоже такой толпой могут нарезать там кому угодно. И вампирам. Но вампиры сами по себе не самые топовые враги. Вампиры-мастера те же, да? Вес, кстати, себе все-таки подосвободил. С золотом проблемы, надо вот, получается, путешествовать. И вообще, надо как-то понять мне, как тут максимально профитно добывать золото. Это тоже немаловажная штука. Как добывать души там быстро. Так, ты кто? Что просто Редгард. Ходит, провоцирует, блин, Бидл. Так, а светлячков мы пробовали, нет? Да. Сделки делать, наверное, будем. Это все-таки прирост к денежке. Даже не с целью там прокачать какой-то алхимии, но там какой-то мизерный прокач будет. Давай откроем башню. Вдруг что отсюда стартовать. Тут еще Цицерон. Ага, тут, наверное, сейчас движ Париж с бандитами у местной охраны. Возможно, возможно. Сейчас схожу, проверю. Да-да-да-да-да-да-да. Стражнику не заехать. О, да какого ж хрена, блин, мудила. Сорян, блин, дурак. Че вы подлезаете под руку? Так, сейчас штрафы, по идее, он с нас, блин, забирает еще, возможно, что-то то, что я спер. Сейчас мы посмотрим, что я спер и чего мы, блин, лишились. Давай сразу же. В принципе, доспех остался на месте. Лук эльфийский на месте. Арбалет тоже. Амулет Зенитара, падла, забрал. Это ж ворованный предмет, ну ладно. Мудила, блин. Вот же ж скажешь, блин. Не, ну произойдет, твою мать. Ладно. Бывает. С кем вы там, блин, еще меситесь? Я уже не хочу воевать. Защищайте сами. Вот они, блин, вообще в угол затолкали. Я встаю.
Да. Дай его бутать, ты, блин, дурында. Стрела, орехалковый слиток. Ну, такое. По крайней мере, стрелы. Сходи в лавку к Белитору. Он скользкий тип, но выбор у него. Так, на самом-то деле, мы уже где? Мы уже здесь? Ага. Так, правильно же иду? Ну да. Повезем. Причем надо тоже своевовенько тут двигаться в дикой территории. Саблезубы-то не спят. Ну или же спят и мышей видят. Это гарантированно. Так. Так, Кросис. Ты у нас явно где-то там. Да, для меня, блин, самая топовая маска на самом деле у этого драконьего жреца. Для моих отыгрышей вполне. Ну, еще, наверное, так немного проспойлерю ситуацию. Ну, в общем, мысль такая. Учитывая, что кое-какой класс тут, блин, не отыграть нормально. Ну, не кое-какой, а некроманта. Что-то по сравнению с Морвиндом, кстати, скорее здоровски уступает. В плане вызова разных существ. Там очень много чего есть. И... А тем более в Forestry Pack'е. Всякого лорного интересного. А вот в отместку, в общем-то, вместо некроманта можно отыграть здесь, в принципе, ведьмачка. И... Причем поставить плаги на объявление у городов. Вот это, я думаю, было бы круто. Надо как-то это реализовать. Правда, у нас... планов еще и на Моровинд. Ну, как-то вот переключим, будем переключаться между играми. Там, глядишь, что-нибудь и отыграем. Ну, на Моровинд еще есть парочку вот отыгрышей тоже в планах. На Скайрим вот как минимум еще можно ведьмака запилить из таких атмосферных ответвлений. Вот отыгрышей, вот он, Кросис. Добрались, по сути. Ну, и еще, помимо всего прочего, еще и Обливин у нас на закусочку можно оставить. Ну, мне меньше всего нравится. Даггерфолл тоже жду перевод. Итак, говорил, не говорил именно в этом отыгрыше, просто так. Кто-то может посмотрит именно классический No Dead. Кто-то может посмотрит Дикую Охоту. Люди есть разные, вкусы разные. Но я стараюсь такие полезности, в общем, чем мы тут занимаемся, делиться. Так, теперь. От греха подальше, в общем, так обойдем. Займем нашу позицию. Причем абсолютно тем же методом сейчас будем воевать с Кросисом вот здесь. Сейчас мы подползаем. Он сейчас, по-моему, даже... Да. Бежим уже, бежи. Все, хоп. Он еще кого-то призвал даже. Да. Это ж падва еще призывает и ледяного... От Ранаха, я вспомнил. Вот что-то вот на Дикой Охоте, ну... Сценарий был иной, короче говоря. Так, причем у нас уже скрытность хороша, причем вот именно она нам очень здоровски поможет. И начинаем воевать. Причем, да, я не забываю. Переключаемся. Так, ну, арбалет тут есть. А что это у меня арбалет не подсвечен? Давай это исправим. Причем даже я не буду биндить, а так. Это запасной вариант изредка. Так, болты сами зарядились шикарно. Урон, замечу. У арбалета уже с прокачкой 44. У лука 31, то бишь на треть целый больше, потому... Причем он еще, по-моему, арбалет станет. Специально лазаю. Медленно. Вот он нас уже из виду потерял. Это хреново, то, что он вызывает, конечно, Транаха, поскольку тот мудила нас может заметить. Спалить, короче говоря. Так вот, тут только из призывов таких вот, только от Ранахи, огненный там классический, да,
Ну, он бегает на диван. Атронахи, в общем-то, огненный, грозовой, ледяной, Дремора. Там, что там? Волк, такой призрачный. Поднятие, в общем-то, трупов, это ветка некроманта. А вот как в Морвинде вызовов разных там ходячих трупов, там такого нет. Так, доставай пушку, пора уже. Не. О! Он, зараза, высокий. Барбин. Возможно, знаешь, в чем причина? Возможно, у Кроссиса просто сейчас другой посох. Посох на вызов вот этих вот атронаха. Причем я бы его взял. Так. Причем вот классно просто. Тут даже ничего не надо натягивать. О, скрытность дальше качается. А нет, сейчас у него посох шаров есть. Че, не вызывай, плиз. Так, он нас потерял, между прочим. Мразь, блин. Не хотелось бы так. Надо наверняка стрелять в Кроссиса из арбалета, когда он нас потерял из виду. Причем классно то, что мы под луной реально воюем. Но нас гораздо труднее заметить. Вот не помню, как уже в Обливин, блин, играл тоже много на самом деле. Тоже проходил и не раз игру. Так, Кроссис. Получи. Урон, конечно, даже из арбалета идет медленно, но... Заковыряем. Вот вам, в принципе, халявный способ получения Кроссиса. Ну, относительно халявный, поскольку он фаерболом запульнет. Но у нас сейчас есть сопротивление магии, то бишь тут урон должен быть. На. Все болты в него спустим. Кстати, вот за кого, блин, отыгрывать Дангар дополнение? За вампа, если же им ставь, мы потеряем, конечно, в дневное время восстановление здоровья. Будем терять там до 60 здоровья минусом, будет понижаться объем здоровья, да? Ну, Стража Рассвета будет нам давать, конечно, возможность. Во-первых, в плане доспеха вряд ли, конечно, профитно. Но можно будет тролля. И скрылся, зараза. Так, ну тогда знаешь, что сейчас мы его... Так вот, приманим. Опять вернем арбалет. Давай, ну Дива, вылетай. У него, кстати, нет восстановления здоровья. Вот в Обливине забыл. Кстати, ошибался, в одно время говорил, что нет хамелеона в Обливине. Нет, в Обливине он есть. Ну это еще... Ну причем в Обливине, да, если будем играться, так мы будем играться только-только с... глобальным плагином, причем только от оригинального создателя с последнего версии, который уже забросил, конечно, его. Это Ascurus Oblivion Overhaul, или же аббревиатура ООО. ООО. 3О. И на это дело я еще наверну свою графическую сборочку, тоже улучшим текстурки, там, чтобы в современнем, скажем так. Так. Кстати. Чтобы ускорить процесс, я думаю, мы сейчас те яды, которые я создал... Давай мы их тоже будем юзать. Чуть-чуть быстрее дело пойдет. Да, конечно, было на самом деле круто вообще в идеале прокачаться нам вот здесь до драконьего доспеха из чешуи, именно легкого, да. Бомбезный, в общем, классно смотрится. Но на самом деле эльфийский тоже неплох здесь. Так, ряд. Не давай еще урон. Не. Вот такая вот дурында у нас Кроссис. Если бы, конечно, еще достать бы арбалет двемерский. Нет, это обычный.
Хотя тут даже из обычного можно замутить. Да, вот закончатся у нас болты, перейдем на лук, из лука я уже буду стрелять, наверное, почаще. Так, ну-ка, стопни. Не. Так, переключаю сюда на медленный шаг. Забыл на рояд бахнуть, да? Ну ладно. Ну оп. Скрытность. Тем не менее, тоже подтягивается. Так, ну-ка отверни свою мордашку, блин. Кросис избегает вот здесь. У него даже есть сопротивление ядом. Вот так-то, да? Но все равно, по идее. Сейчас еще раз пульну. Проверим. Может, я туплю. Может, он все-таки не проходит. Лучше не высовываться. Тот заметит, зараза. Просто сами себе затянем время. Да, эта скотина, блин, все-таки яды терпит. У него иммун. Хорошо. Ну ладно. Пока похрустим парчиками. Да и шеи тоже. О-о-о. Стрельбу качаем тоже параллельно. Блин, вот оно. Он застопорился, засранец. И я тоже на... Буквально там макушечка шлема выглядывает. Не, слишком быстро, я просто потрачу болт. Болта тебе, понял? Так, исчез, да, с поля зрения засранец. Ну давай опять заниматься приманкой. Выходи под Войтрус. Он еще, если захочет, сможет вот так вот круг дать, сюда вылезти, потому что нам еще нужно будет сюда. Сюда, туда, туда-сюда, обратно, блин. Всем приятно. Эй, а, вот он. Че ты? Дозвон. Думал, тебе не видно, да? А вот и стрельба подтягивается. Нет, арбалеты классные, ничего станет, блин, вообще. Ну хотя и лук станет, если там... соответствующий перк влить, и мы его вольем. Причем желательно даже вообще прокачать стрельбу до максимума с парализацией, точно так же как и одноручное оружие. Так. Не. И вот таким макаром, потому что так все равно гораздо быстрее, нежели мы будем пулять, будем много промазывать. Так мы тройным уроном что там по 120, по 100 даже 32 урона ему наносит. Ну плюс там его там резист физический, конечно. Да, его посох я заберу на огонь и, ну, любит покружить. Тут его лучше забирать, конечно. Вот что это было? В голову, кстати, я не первый раз уже ему стреляю, и промах. Это, блин. Ну ничего, у нас еще 17 болтов. Блин, почти заглядывает. Любопытная Варвара. Вижу. Еще он может и сюда вот вылезти. Надо, да, тоже так. Не прям таким расслабляться до упора. Так.
Получи. Распишись. Ну, туда-сюда и будет уже половина. ХП у него на счету, на балансе. А, он еще на себя какую-то там защиту кидает. Крутая, замечу, здесь еще маска вторая. Опять-таки, блин, постоянно забываю название ее. Которая восстанавливает плюс 100 маны. Ну, плюс 100%, в общем-то. Восстановление маны у нас ускоряется. Вот это конская вещь. Но там защиты намного меньше, чем у Кроссиса. Оп. Так. Тварь, еще и промазал. Ты не трать там это заряды свои. Да, посидим, кстати, в тени. 75 уже, между прочим, скрытность. Капец, настолько быстро с помощью критов качается. Да я даже вот за 6 часов параллельно, пока поднимал на 41 пункт легкий доспех, да, тоже на 16 где-то прокачал. Просто обычным подкрадыванием медленным. Глянь. Творит. Что, у нас уже утро, да? С утром, конечно, будет попечальней. Да, уже на рассвет. Рассвет, блин, выхода нет. Причем ждать я не буду, я не хочу, чтобы у него там ХП восстанавливалось. Что тут у него, кстати, за крик? Вот мне бы крик обморожения, который, в общем-то, замораживает врагов. Вот это было бы топово. Это человек паралич. По крайней мере, это же такой хороший стан. Это, блин, в РПГ играх полезно. Давай, двигай сюда. На месте крутишься, блин. Да? Вот как-то не замечал. Интересно, каждый раз, когда ты уходишь от скрытности, от преследования, у тебя какой-то плюс есть в прокаче? Именно в момент, когда ты вот сейчас глаз хлопнулся, то все написано, вас не видят, и есть ли какой-то прирост к навыку скрытности? Типа, мы же шли, что, молодцы, возьми пирожок с полки. Что-то реваксовая битва. Он даже по нам ни разу не пульнул своим фаерболом. Не. Вот сейчас где-то половина. Чуть больше половины хп снято. Уже, конечно, пора бы нам стопать. Ну, добьем. Засранца. Примеряем Кроссис. Урон у луков поднимется еще на 20%. Это будет... просто здоровски. Так. Стой. Не. Кто-то там раньше, в общем-то, жил хорошо, так. Припевая, что так посмотрю. Наверное, какой-то, блин, снежный саблезуб. Или это просто кроссится, тут всех накромсал.
Главное, что ну вот с таким темпом еще более-менее. Вот раньше приходить сюда ну не стоит. Во-первых, будет медленно. Да и не так безопасно, мы хоть тут имеем защиту норм. Так, тем временем можно сказать, что уже расцвело. 5 болтов, между прочим. Ну, как раз вот на этого засранца, считай, припасли. Нифига. Чё там он педалит? И уровень, между прочим, почти докачали. Да-да-да, вот блин. О, первый запал. Хреново расцвело и все. Причем мы даже сюда в нормальное время дня, так сказать, точнее вечером мы двинули. Как раз пришли. Так, Росис, не-не-не, ты меня из виду теряешь. Да, отлично. С перком тишина, прям песня. Ну, если у нас, допустим, будет лишний какой-то перк... О, кстати, у нас там восстановление не поднялось? По-прежнему пока 59. Я бы просто влил восстановлением магии. Лучок-то мы прокачали. Ну, в принципе-то... Я даже не знаю. Наверное, все-таки приберегу. Я бы влил бы в скрытность. Там бы можно потом восстановление магии влить. Потом можно даже в орлиный взор. И там дальше нас будет ждать уже и мощный выстрел. А там, глядишь, быстрая стрельба. Так, аккуратно. Войди в ты дивизию. Хитбоксы у скал, да, конечно. Подводят. Приходится вырезать. Не. Да что ты будешь делать? Буквально чуть-чуть мелькнул и все. Посыпает пеплом. Чё? Ты туда улетел? Какого хрена? Занесло пацана, задрифтовался, блин, на снегу. Подскользнулся, в общем. Начинается, блин. А! Вот, а урон был бы гораздо жестче, если бы я... не имел бы столько сопротивления магии, да? Так. Ну что ты там, блин, застрял? Падай куда-нибудь уже. Ты по нам-то будешь попадать, кстати. Скалы, гребаные скалы. Блин.
И я к тебе, мудак, спускаться не хочу. Блин, наверное, придется. Как бы ты нас тут, блин, так не заковырял? Вот так вот, значит, да? Надо как-то сейчас обойти хитбоксы попытаться. Зараза. Мудак. Куда ты там залез? Нет, ты все там же. Во, нормально. Крепкий, блин, парниша, крепкий. Я не представляю, что у нас будет с Мираком, допустим, там, или Арконом. Да и с Алдуином тоже. Дракон вообще, насколько я помню, да, когда там еще давным-давно проходил сам. На Регенде были плотными застранцы. Причем я тогда еще, по-моему, только экспериментально тогда себя включал Легенду, чтобы понять вообще, что за сложность там. Прям бустуется. Ну, в общем, нормально, на самом деле застрял. Это нам на руку. А уже, кстати, тоже. Попутно надо не забывать, да? Пока будем тут путешествовать, заходить в гости к великанчикам там. У них же сундуки там. С добром-то всяким. Да что за нахрен? Стрела летит выше, да? Да какого ж хрена? Ну, почти. Еще зал. Еще один. Даже добивание сработало. Ну, че, народ, погнали наконец-то свою награду брать. Честно, заработанную, блин, буквально. Так, золото, мука, кросис, 61 защита, это шикарно. И посох огненных шаров, это нам пригодится. Отлично. Да, кстати, зацените текстурку какую. Тоже налепил. Прям тоже одна из самых хреновых текстур бывает именно. Текстурка пепла. Справились. Теперь давай вскрывать сундук. А затем и... Да, наденем, кстати, кросис сразу же. Бабах. 230 защиты. Круто смотрится. Прям под нас. Прям подходит даже под, я думаю, под всякие там доспехи ассасина, под доспехи соловья. Стрелы две мерзкие. Так, эльфийский щит. И ламеллярные сапоги силы. Вес увеличивается даже. Так, это все мы продадим. Давай теперь. Да, кстати, тоже четкость узоров всевозможных, в общем-то, на драконьих стенах тоже улучшена. В общем, что тут говорить? Список под видео по поводу того, что у нас изменено в лучшую сторону. Голосовой какой-то бросок. Ну, это какой-то отстой. Так, и мы почти докачали 25-й левел. Так, добро. Что там за ламеллярные у нас сапожки? Причем они абсолютно под стать нашим. И я их одеваю, поскольку здесь у нас есть прирост к весу. Но я, скорее всего, их разберу.
Так, и что нам еще надо? Я, пожалуй, схожу сейчас тоже в Ривервудский. Кстати, Драконий предел открылся. Подожди, а что он открылся? Может, через время? Я же сюда не заходил, по-моему, никак. О, так так мы можем попасть к Ярлу. И вообще в сам Вайтран, это хорошо. Так, ну давай в Ривервуд, все-таки там у нас налажены связи с Торгашом место. Может быть, красноречие прокачаем, дай уровень. Ну так, вот 2 часа серия вышла. Ну, благодаря, конечно, товарищу Кросису. Посох мы оставим. Жаль, потеряли, правда, Зенитара. Амуль, ну я думаю, мы сможем это дело надыбать. Мы с тобой... Погляди. Ну что, мужик, принимай. Всяких вам камней пока я ставлю, да-да-да. Так, посох, посох. Сапоги Стража Рассвета. Принимай. Так, а еще я сейчас загляну к кузнецу, надо бы стрел набрать. Нужен новый клинок. Погляди. Так, что я тебе могу сбагрить? А, и шлем, шлем Стража Рассвета, да. А нахрен бы с ним уже продадим. Шлемы, продадим тебе. Практически все необходимое. Я служили. Ну вот эти штуки только ждут своей очереди. Допустим, допустим. Интересно, я вообще не вгажу, блин, случайно в эльфийский доспех и оружие. Это все, поскольку я же буду улучшать там. Ну, хрен его знает, посмотрим. Так, стрелы, да, давай. Остальных стрел нет. А что у тебя там по доспехам есть такого? Ламеллярный шлем лучника уже не нужен. Зато есть ламеллярная бронь. Бляха ты, муха. Ну, вот ее надо брать. Поскольку вы гляньте, сколько еще плюс защиты. Эльфийский шлем, увы. Что можно такого ему еще продавать? Что-то будем продавать. Так. Пойдем, наверное. До встречи. Наверное, давай какие-то свитки. Ну, блин, ламеллярку надо брать, поскольку, во-первых, мы вид лучше приобретем, во-вторых, блин, защиту. Точнее, наоборот, надо бы. В первую очередь, блин, защиту. Да, немного того, немного всего. Так, мужик, ну давай думать, что тебе можно спихнуть. Давай один тогда. Гранат, ну этого, блин, будет мало. Ну давай уже нафиг эти аметисты. Безупречку оставлю. Зелье, зелье. Тут у нас химической фигни какой-то нет, случайно? Можно продать, допустим, кожаную бронь. Амуль Сендара, кстати, я не юзаю, в общем-то, потому, наверное, покедово. Бронь можно за 49 продать, кожаную. Но я пока не рискую, подожди. Зелье, зелье. Слабое зелье магии, да? По 7 всего, ну блин. Зелье регенерации слишком полезно. Свитки, да, есть еще свитки. Вот огненные шары я отправил, да, и цепную молнию тоже. 143, да? Угу. Угу, так. Нашкребем, короче, на ламеллярку. Что там она стоит у нас? Мой отец Алва, кузнец. Тихо-тихо-тихо, не мацай, ну тебя нафиг. Железо, погляди. Так,
Гляжу. Мамилярная бронь. 100146. Что тебе можно у нас такого сбагрить? Давай, шкуру медведя. Ты мне мамилярку. Бам, а еще я тебе продаю кожаную бронь, тоже нафиг. Во. Вот это самое долгожданное красноречие. Хорошо. Так, здоровье. Must have. Пускай пока остается пунктик. Так, одеваем миллиардную бронь. 242 защиты. И нам нужен еще также в придачу корундовый слиток. Шлемы. Но на это добро у нас уже не хватает. Ни хрена. Ну вот, теперь мы поприлежней. Одеты, наверное, даже так же, как и в дикой охоте. Вот игрыша сейчас. Так, окей. Сейчас давай тут встанем, в общем-то. Будем любоваться речкой. Сейчас глянем, куда можно влить свой перк. Так, стрельбу как вариант в орлиный взор, чтобы потом к мощному выстрелу можно было добраться. Потом еще как вариант, ну блин, можно полностью облегчить себе легкий доспех, но это такое пока не приоритет. Тут, в общем-то, я думаю, мы еще успеем какой-то уровень поднять, чтобы потом влить в скрытность. Скрытность пока у нас по максимуму, в общем-то, влита. Дальше. Восстановление по-прежнему я так и не прокачал. Наверное, мы оставим даже на восстановление, когда оно прокачается, вольем в него все это добро. Ну, кузнечка пока нам не к спеху, как показала практика. Я тут туда-сюда 30-ка добился. Ну, в общем, я думаю, то ли в кузнечку, то ли в восстановление магии прибережем. Хотя еще есть как вариант, вот можно... И, ну, тут туда-сюда, кстати, и одна ручка повысится в уроне. Боевая стойка есть там, с уменьшением, в общем-то, затрат, запас сил. Окей, все. На этом мы серию завершаем. Блин, наверное, самая длинная серия за последнее время у нас. За последние отыгрыши. Ну что, продолжим. В следующей серии у нас еще осталось много всяких занятий. Так, ну, с вами был канал тем временем. Да, BJ Play, ставьте лайки, подписывайтесь. И услышимся, увидимся. До связи.